Hi guys, сегодня хочу показать еще одно упражнение, которое способствует декомпрессии позвоночника нашего для улучшения работоспособности внутренних органов, для улучшения кровообращения и в принципе для омоложения тела. Называется это упражнение Batman. Я его так назвал. Смотрите. Выполнять на ежедневно не более 5 минут. Противопоказано некоторым людям. Лучше проконсультироваться с врачом. Итак, смотрим.
Прям чувствуется, как позвоночник вытягивается. Прям легко стало и хорошо. Советую вам это упражнение. Делайте ежедневно.